Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас небольшая презентация. На данный момент я уже выпустил несколько блоков под маркой Леший второй версии. Этот блок немножко отличается от первой версии Лешего. В чем это различие, я сейчас вам покажу. Здесь у меня сейчас 4 высокотоковые аккумулятора. Степень заряда по слотам на уровне погрешности, то есть она одинаковая. И, соответственно, я сейчас ставлю в один блок батарейки и во второй. Главное не перепутать полярность. Так, заряда нам не нужно. Батарейки абсолютно новые. Заряжены до полного заряда. Включаем блоки. Выравниваем у них напряжение. Вольт. Протестируем при 10-5 вольтах, а также можно протестировать при 14 вольтах под полной нагрузкой. Сейчас мы один блок. Пока напоминаем, как работает леший, чтобы это было свежо. Включаем первичное звукоподключение. Включаем передатчик и, соответственно, нажимаем полный газ, так чтобы было видно. То 300 миллиампер потребления. Останавливаем. 2,9 ампера, то есть пиковый ток способен дать на этот мотор 2,9 ампера. Ну, погрешности у них тоже есть, у этих блоков в электронике. Где-то плюс-минус, где-то что-то. То есть, соответственно, гарантированный пиковый ток это у нас получается от 2 до 2,7 ампер. Теперь давайте посмотрим, что у нас с этим блоком. Подключаем. Так как уже все заранее настроено, передатчик. Пробуем. Тот же самый ток, 250 миллиампер, там 270 было. Останавливаем. Пиковый ток 4,2 ампера. 4,2 ампера ток. Разница. Теперь сделаем напряжение 14 вольт на каждом блоке. Это максимально возможное напряжение, но рекомендуемое. Выше него я не рекомендую, потому что драйвера у данных блоков могут выйти из строя. Это максимальное напряжение, которое рассчитано на работу драйвера. Вольт. Что, начнем с нашего первого героя. Посмотрим, насколько он при 14 вольтах ток может выдать. 2,83 ампера. 3,1 ампера. Давайте на другой блок. На Леший 2 посмотрим. 14 вольт, 4,6 ампера. 4,6 ампера это способен вылить данный блок. Теперь
попробую показать, почему я использовал высокотоковые аккумуляторы. Попробую взять заряженные батарейки. Посмотрим степень заряда. 80%, 95%. Я ближе к 95%. Вот две батарейки по 95% заряда. Как себя поведет блок при 14 вольтах, но на простых аккумуляторах. Включаем четырехпроводную схему. 14 вольт. Пробуем. Три, восемь, три, шесть ампера. 3,1. Ух ты. Вал сломался. Уж извиняйте. Непредвиденная поломка. Сын, принеси мне вал. Маленький. Так. Теперь, что же способен этот блок? Он точно такой же в остальном, как и леший. Такое же крепление. Все точно такое же. Исключение составляет разнесение выводов пинов под гексеру. Все то же самое у него работает, как и у простого лего. У простого лешего. Все. Полностью. Спасибо. То же самое третий канал. Так, ну вот новый пин. Попробуем еще раз. Новый вал, точнее, не пин. Этот вал. Так, пробуем, повторим эксперимент. Сейчас в Лешем стоят простые батарейки, простые аккумуляторы. 3,8. Пробуем ставить другие сразу же. 3,9, 4,1 ампера. Вот небольшая разница. То есть только нужны высокотоковые аккумуляторы для этого блока. То есть я крайне рекомендую. Потому что вы можете нарваться. Эти аккумуляторы еще хорошие. Может попасться аккумуляторы на вроде таких, при которых блок будет отключаться. Вот и все. Всем спасибо за внимание. До свидания.